Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В правительстве Кировской области появится подразделение для поддержки туризма и бизнеса. Об этом рассказал в РИО губернатор Александр Соколов. По его словам, нужно быстрее заполнять ниши, которые в связи с международной ситуацией высвобождаются на туристическом рынке, повышать уникальность региона в глазах потенциального потребителя. Туризм потянет за собой другие отрасли, прежде всего малый бизнес. Это сувенирная продукция, отели, кафе, рестораны, другие сервисные услуги. Также развитие туризма поможет загрузить посетителями музеи, театры, повысить пассажиропоток в Победилово, отметил в РИО. Для работы над этим, по словам Соколова, в составе нового правительства Кировской области появится отдельное подразделение, отвечающее за поддержку туризма и малого бизнеса. Цитирую. «Все посчитаем и определим четкие правила так, чтобы эти правила в течение 5-летнего срока не могли быть изменены в худшую для предпринимателей сторону», заявил в РИО. КПАТ покупает еще 7 автобусов на сэкономленные от торгов деньги. На сайте госзакупок объявили аукцион на их поставку. Начальная цена контракта – 120 миллионов рублей. Это должны быть автобусы на газовом топливе, большой вместимости, с низким расположением пола и оснащенные оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников. Итоги аукциона подведут 21 сентября. Поставить технику победитель должен будет до 15 ноября. Напомню, что на днях в Киров уже пришел 51 новый автобус. Всего в этом году на закупку автобусов в Кировской области направили 1 миллиард рублей. На торгах в этом году, в отличие от прошлого, удалось сэкономить. Поэтому закупается еще одна партия. В эфире «Экономика». В Кировской области упали объемы оптовой торговли. В первом полугодии в нашем регионе продано товаров на 180 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Кировстат. Большинство руководителей предприятий оптовой торговли определили состояние экономической деятельности в первом полугодии этого года и тенденции развития своих организаций как ухудшающиеся или оставшиеся без изменений. Только 9% оценили ситуацию как улучшение. Уменьшение прибыли зафиксировали 59 участников опроса, увеличение 26%. Среди факторов, негативно воздействующих на бизнес, по оценке предпринимателей, неплатежеспособность покупателей, высокие транспортные расходы и высокий уровень налогов. И в завершение выпуска. Валют. Доллар сегодня 60 рублей 24 копейки, евро 60 и 21. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».